وهس آن وآت Нужно привести все в порядок и браться за дело. Хинут? Да. Я от Хатефреса. Пришел помочь. Вот, кукла твоей дочки. О, я давно ждала вестей от мужа. Спасибо тебе. Поговорим за едой. Чудесная, Байк! Ее будут звать Исет, и она будет защитницей Фаюма. С тех пор, как Хатифрес заполучил этот кодекс, Фаюме стало неспокойно. По ночам всюду солдаты шныряют с факелами. Эти негодяи нашу кухню едва не сравняли с землей. Но хотя бы нас с Шадзией не трогают. Хатифрес об этом позаботился. Где сейчас кодекс? Я отправила самого надежного слугу спрятать его на нашей вилле. Они могут рыться там сколько пожелают. Это бесполезно. Отведешь меня? Меня снова вызвали на маяк для очередного положенного допроса. Будь осторожна. Похоже, их командиры подчиняются крокодилу. За меня не беспокойся. Не впервой. Они ни за что не посмеют тронуть представителя власти. Шадия... Покажи Байку, где наш дом. Пойдем, дядя Байк! Наш дом видно вон с той крыши. Я покажу. Ты же не боишься высоты. Я за тобой, малышка. Веди. Где ты научился так лазать? Здорово! Я айе таю, релу. Айю хайет! Харунахе бати! Я часто здесь бываю. Отсюда такой чудесный вид. Люди не могут быть счастливы, как прежде. Ничего. Твои родители присмотрят за ними. Так где твой дом? Там, на холме. Видишь? Да. Там солдаты. Спасибо, Шадия. А теперь беги к маме. Здесь опасно. Со мной ничего не случится. Исет очень сильная. Она хранит меня. Ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла. Прощай! Мир тебе, Исет! Чиру. Нужно быть осторожным. Что ты? Эй, зараза! О! Ты где? Что ты?
Агер Геру? Ну что там? Ничего нет. Ты что? На куски порву. Эй! Хай бесешен, Герех. Что ты? Сара. Поддается. Мешает что-то с той стороны. Поищу другой путь. Слуги пытались укрепить дверь. Но не успели. Боги! Это писала Шадья. Кодекс у нее. А я отослал ее к Хинут. Нужно найти Хинут раньше, чем солдаты. О, Шадья! Что же ты наделала? Нельзя вставать на пути у крокодила! Видел Хинут? Где она? Я видел, как солдаты повели ее к маяку. И Шадью тоже. Хинут с ними спорила, но те не слушали. Что-то случилось, да? Такого раньше не бывало. Беги к Хатефресу! Быстро! Проклятье! Хинут и Шадья уже на маяке! Мне нужно туда! Нек! Нек! Ну, мы с ней уджерян. Стой! Стоять! Что мы наделали? Успокойся. Это все крокодил. Мы ни при чем. Пойми, это было необходимо. Эй, ты! Эй! Лучше не привлекать внимания. Oh,
Шадия. Шадия. Все кончено. Победа за крокодилом. Кодекса нет. Моя дочь Шадия. Он отобрал у нас все. Он заплатит за это. И все, кто ему служит. Это не вернет нам Шадию. Нет. Но вместе ты найдешь утешение. И я тоже. Пусть так. Я сделаю все, что в моих силах, брат. Хинут что-нибудь рассказала? Только то, что с солдатами приходили другие. Могучие, статные воины. Один из них рыжий. Кто они? Бандиты? Думаю, это гладиаторы. Они из Крокодилополиса. И этот... Этот мерзавец использует их как наемников. Я найду этого мерзавца. Он умрет. Уйди! Ну!
Арена гладиаторов. Здесь крокодил нанимает людей в свою армию. Надо разузнать об этом. Диавикс. Живое воплощение битвы. Его кулаки смертоноснее меча. Извини, что ты знаешь об этом месте? Сам не видишь? Это арена для римских побоищ. По мне, полная дикость. Но люди смотрят, чтобы на время забыть о своих бедах. Раньше это был храм. Напрасно они с ним так. Виридовикс. Верный слуга смерти. Его коса срежет недостойных. Нэм, нужно больше бойцов. Они слишком быстро умирают. Ну так найди мне тех, кто драться умеет. Эй, Нэп, расскажи мне о гладиаторах. О, это не люди, а боги. Сколько ярости в этих войнах. Они разрубят любого одним ударом. А там есть рыжие? Милостивые боги, ты разве не слышал о братьях из Галлии? Ты не чувствуешь их взгляд? Их статуи позади меня. Ты тут хозяин? Да, я хозяин. Феликс Марцал. А ты кто? Очередной твердолобый бездельник, ищущий славы? Я хочу попасть на арену. Говорят, там есть достойный воин. Рыжий. А, ты про гальских братьев. Это правда. Так что давай не будем тратить время, приятель. Ты не справишься. Пошел прочь, дай место настоящим бойцам. Нэп, но он носит знак Меджая. Кого? А, да мне плевать. Ты воин? Вроде похож на свирепого грязного пса. Нет, нет, у меня уже есть боец из Египта. Охотница из силы, и ты ей не ровня. Она часто бывает у обелиска на востоке. Ищи ее там, если хочешь взбучки. Только так можно попасть на арену. Дерись на улицах, и гладиатор тебя заметит. Итак, в смерти Шадии виноваты гальские братья. Но зачем им работать на крокодила? Мне нужно разузнать больше. Хозяин арены упомянул гладиатора из Сивы на востоке у обелиска. Вдруг я ее знаю. Сива небольшая. Надо проверить. Греки и египтяне отныне должны селиться вдали друг от друга. Это речь, оплаченная мясной лавкой Алексио. Это лучшее мясо в крокодилопусе. Доставлено... Дорогу! О, Сиванка. Постой. Да это же... Баек? Мой друг! Мой брат! О! Как же я рада тебя видеть! Что ты делаешь в Фаюме? Я слышал, здесь можно преуспеть. Но никак не ожидал увидеть тут тебя, Кенса. Ну что сказать? Я услышала зов арены! Представляешь?
Теперь я гладиатор. А? Идем, выпьем. Поговорим. Говорю тебе, Байк, моя мечта почти сбылась. Если бы мне только дали шанс, я бы стала чемпионом. Куча денег, роскошь, слава. Это ж мечта любой женщины, а? Поэтому я в Фаюме. Начать новую жизнь, похоронить старую. Но меня не пустили на арену. Так ты наконец-то отказался от идеи навести порядок в мире, друг. Мудрое решение. Феликс не очень любит чужаков, но ничего. Поручусь за тебя и будем сражаться плечом к плечу. Сперва выпьем, а утром пойдем на арену, и я представлю тебя Феликсу. Я так рада, что ты здесь, друг. Он будет биться вместе со мной. Но раз уж так вышло, что иберийцы вчера разорвали львы, у меня есть место. А если Кенса поручилась? Пожалуй, вашей команде нужно звучное название. Например, «Воины Сивы». Мне кажется, «Стражи Сивы» подходит больше. Достаточно звучно для тебя? Я слыхал и хуже. Пойдем. Здесь бойцы дожидаются своей очереди. Ты чувствуешь этот запах, кровь, пот и дерьмо. Если боишься обгадить свои доспехи, лучше сделай это здесь. Ни фараоны, ни боги не защитят тебя на песке арены, Миджай. Здесь ты, скорее всего, и умрешь. Красиво истечешь кровью под рев толпы. Но если ты вдруг выживешь, получишь в награду славу и почет. И еще один шанс умереть. Такова не слишком долгая, но яркая жизнь гладиатора. Итак, кто тут у нас? А, это Калистос. Калистос, бывший солдат Птолемея. Он утверждает, что умеет сражаться. Гор. Когда-то он был лучшим, но время никого не щадит. Увы, на арене он бесполезен. Теперь он тренирует новичков. Доспехи армии Птолемея? Собственные доспехи есть далеко не у всех. Их в любом случае сломают. А легион даже не заметит потери. И бои смотрятся эффектнее. Кстати, об эффектности. На арене твое оружие выбираю я. Исключений не будет. Кенсу ты знаешь. Именно благодаря ее рекомендации ты здесь. Байек, Крокодилополис приветствует нового чемпиона! Или еще одного неудачника. Взглянем на него в бою. И раз ты его рекомендовала, значит, ты и проверишь. Ха-ха! Что скажешь? Скрестим клинки, Миджай?
Покажи, чему научилась. Будет больно, обещаю. Неплохо, старик! Старик, ну-ну. Нек, я побеждала! Тебе не хватает изящества. Но для пустынного бродяги у тебя хороший удар. Ладно, Кенса, сражайтесь вместе. Скоро начинаем. Готовьтесь. И этих слабаков Феликс хочет натравить на нас. Съедим и не подавимся, брат. Дружок, я отрежу твои яйца и скормлю тебе. Это наше главное препятствие. Гальские братья. Я знаю, кто они. Мы готовы. Ха, правда? Ха, каждый так думает до тех пор, пока не получит по зубам. Поставлю вас против пары новичков. Если справитесь, продолжим разговор. Двух воинов ждет неравный бой. Толпа жаждет такого зрелища. Так что порадуйте ее и меня. Ник Энис Саджирьет. За кого толпа? За них или за нас? Да им все равно. Здесь нет невинных. Сразу пускай в ход меч, брат. Они думать не будут. Тут все знают, на что идут. Быстро же ты здесь освоилась. Ты только посмотри на их лица. О, они обожают меня. Мужчины, женщины. У меня есть все, о чем я мечтала. Славное начало. А эти разбойники крепче, чем кажется. Убью! Я тебя прикончу! Тебе жить надоело. Спасибо, Амон. За кого толпа? За них или за нас? Да им все равно. Здесь нет невинных. Сразу пускай в ход меч, брат. Они думать не будут. Тут все знают, на что идут. Быстро же ты здесь освоилась. Ты только посмотри на их лица. О, они
они обожают меня! Мужчины, женщины! У меня есть все, о чем я мечтала! Умри, ничтожество! Славное начало. А эти разбойники крепче, чем кажется. Мешки выпущу. Я бы насладился твоей предсмертной агонией. Я тебя разорву. Продолжай биться так же храбро, и мы найдем богатого покровителя. И что тогда? Перед нами откроется куча новых возможностей. Лучшие из нас получат. Успокойся с миром, крыса. Ну, мы с ним. За кого толпа? За них или за нас? Да им все равно. Здесь нет невинных. Сразу пускай в ход меч, брат. Они думать не будут. Тут все знают, на что идут. Быстро же ты здесь освоилась. Ты только посмотри на их лица. О, они обожают меня. Мужчины, женщины. У меня есть все, о чем я мечтала. Славное начало. А эти разбойники крепче, чем кажется. Боги проклянут тебя и твоих потомков. Осирис тебя Слава Серапису! Я жив! Слава богам! Я жив! Против тебя нет шансов! Боги, я был на волосок! Полный разгром. Не убежишь. Попробуй. Вот ты где. Продолжай биться так же храбро, и мы найдем богатого покровителя. Жить надо. Кишки выпущу. И что тогда? Перед нами откроется куча новых возможностей. Лучшие из нас получают особые задания. И столько денег, что тебе и не снилось. Ну тогда хорошо бы нас заметили. Что
сейчас пробил. Ник Энис сэджерьет. За кого толпа? За них или за нас? Да им все равно. Здесь нет невинных. Сразу пускай в ход меч, брат. Они думать не будут. Тут все знают, на что идут. Быстро же ты здесь освоилась. Ты только посмотри на их лица. Они обожают меня. Мужчины, женщины. У меня есть все, о чем я мечтала. Славное начало. А эти разбойники крепче, чем кажется. Убью тебя! Сдохни, тварь! Продолжай биться так же храбро, и мы найдем богатого покровителя. И что тогда? Перед нами откроется куча новых возможностей. Лучшие из нас получают особые задания. И столько денег, что тебе и не снилось. Ну тогда хорошо бы нас заметили. Дедук, а не хает. За кого толпа? За них или за нас? Да им все равно. Здесь нет невинных. Сразу пускай в ход меч, брат. Они думать не будут. Тут все знают, на что идут. Быстро же ты здесь освоилась. Ты только посмотри на их лица. Они обожают меня. Женщины, у меня есть все, о чем я мечтала. Славное начало. А эти разбойники крепче, чем кажется. Я убью тебя! Так же храбро, и мы найдем богатого покровителя. И что тогда? Перед нами откроется куча новых возможностей. Лучшие из нас получают особые задания.
и столько денег, что тебе и не снилось. Ну тогда хорошо бы нас заметили. Нашел! Ну, мы с ней у Джерианг. За кого толпа? За них или за нас? Да им все равно. Здесь нет невинных. Сразу пускай в ход меч, брат. Они думать не будут. Тут все знают, на что идут. Быстро же ты здесь освоилась. Ты только посмотри на их лица. О, они обожают меня. Мужчины, женщины. У меня есть все, о чем я мечтала. Попробуй это. Хай безешен. За кого толпа? За них или за нас? Да им все равно. Здесь нет невинных. Сразу пускай в ход меч, брат. Они думать не будут. Тут все знают, на что идут. Быстро же ты здесь освоилась. Ты только посмотри на их лица. О, они обожают меня. Мужчины, женщины. У меня есть все, о чем я мечтала. Славное начало. А эти разбойники крепче, чем кажется. Выпущу тебе кишки. Я тебя прикончу. Я тебе отомщу. Да тебе жить надоело. Сдохни, свинья. Выпущу тебе кишки. Я тебя прикончу. Сдохни, свинья. Бедедук, а... За кого толпа? За них или за нас? Да им все равно. Здесь нет невинных. Сразу пускай в ход меч, брат. Они думать не будут. Тут все знают, на что идут. Быстро же ты здесь освоилась. Ты только посмотри на их лица. О, они обожают меня. Мужчины, женщины. У меня есть все, о чем я мечтала. Славное начало. А эти разбойники крепче, чем кажется. Я тебя пригоню. Я выпотрошу тебя! О!
так же храбро, и мы найдем богатого покровителя. И что тогда? Перед нами откроется куча новых возможностей. Лучшие из нас получают особые задания. И столько денег, что тебе и не снилось. Ну тогда хорошо бы нас заметили. Да тебе жить надоело. Победу одерживают великие стражи силы, новые любимцы гостей арены. Скоро узнаем, смогут ли они развить свой успех. Как же удачно я решил поставить вас биться в паре. Толпа вас любит. Я же говорила, что нас ждет слава, Феликс! Слава? Что ты, не смеши меня. До славы еще далеко. В первый раз вам повезло, и что с того? Вы победили пару сопливых новичков, но до гальских братьев вам далеко. Хотя надеюсь, что вы с ними встретитесь. Надоело ваше вечное нытье. Как нам сразиться с ними? О боги, и ты туда же! Лучше думай о следующем бое. А за наглость... Будете сражаться со львами. Их уже давно не кормили. Сожрут любого. Так что готовьтесь. Если верить Кенсе, любой из них может работать на крокодила. Может, здесь я узнаю, чем занимаются гальские братья. Или даже имя их покровителя. Повезло же нам, мой друг. Я столько ждала и, наконец, сражусь с гальскими братьями. Спасибо тебе. А, лучшего и не пожелаешь. А что это за контракты, о которых ты говорила? О, благородный байк готов испачкать руки? Времена изменились, Сэнни. Что, трудно все время быть меджаем, да? Спроси об этом Феликса, только потише. Лучший способ найти крокодила – убить гальских братьев. Впрочем, я бы и без того с радостью перерезал им глотки. Феликс, я слышал, некоторым гладиаторам дают подработать. Это слухи. А даже если и правда, то такое задание еще нужно заслужить. Твое дело, глупый ты выскочка, сражаться, и все. Дерись на потеху толпе, другого не дано. Именно так я и сделаю.
Мы готовы. Наконец-то! Народ в Кирене ждет не дождется вас двоих. Если постараетесь, хорошо заработаем. С людьми легко справиться. Пришло время сразиться со львами. Выпущу тебе кишки. Меча и рабы не справятся с любым противником. Они свирепы, будто голодные звери. Ну что, уже сдаешься? Я думал, львы в клетках. Ха-ха! На арене нет никаких правил. Ты долго не протянешь. Смотри, не промахнись, безумец. Кишки выпущу.
Стражи Сивы снова одерживают потрясающую победу! Готовы ли они к гальским братьям? Или нет? Где Кенса? Сегодня ее навыки понадобились другим. Придется тебе выступать в одиночку. Не робей. Новое тайное поручение? Ты стал задавать слишком много вопросов. Работа опасная. Всякое случается. Я просто хочу проявить себя. Так попытай удачу. Будешь выступать против братьев. Победи, и тебя заметят. Что с Кенсой? О, Анубис. Нужно выиграть. Дерьмо! Давай, тварь! Умри, ничтожество! Пронесло. Меджай готов одолеть врага в одиночку! Какой храбрый воин! Что с Кенсой? О, Анубис. Нужно выиграть. Проклятие! Вот ты где! Я чудом выжил. Спасибо, Амо. Еще раз, я тебя достану. Меджай готов одолеть врага в одиночку! Какой храбрый воин! Тебя.
Тебе слово, Крокодилополис. Увидим ли мы сегодня нового чемпиона? Лишатся ли гальские братья своего титула? Я был на волосок. Слава Серапису! Что с Кенсой? О, Анубис. Нужно выиграть. Вот так от меня не уйдешь. Я чуть не погиб. Никто не сравнится с ним. Долго ты не протянешь, тварь. Долги, я был на волосок. Хотя вот я сбросил бы тебе вызов, Кирилл. Сейчас ты точно подохнешь. Пронесло. Меджай готов одолеть врага в одиночку! Какой храбрый воин! Я чудом выжил! Тебе отомщу. Тебе слово, Крокодилополис. Увидим ли мы сегодня нового чемпиона? Лишатся ли гальские братья своего титула? Красиво добил!
Выпущу. Извини, что оставила, но вроде ты справился. Поручение Феликса? Для кого? Я расскажу, когда придет время. Знай одно, очень скоро мы с тобой будем богаты. Байк. Это то, чего мы так ждали. Наш с тобой шанс получить титул чемпионов. Феликс ждет! Бедедук, а не хает. Ну что, деревенщины, вы готовы проявить себя? Время пришло. Зрители давно ждут достойных соперников для Виридовикса и Диавикса. Так что вы должны показать красивый бой. И еще. Никаких убийств. Я не желаю терять своих лучших воинов. Братья тоже знают эти правила. Ладно, пусть себе живут. Мы над ними просто поиздеваемся вдоволь. Ха-ха-ха! Дождались, друг!